Президент поддержал предложение о продлении безвиза для жителей Литвы, Латвии и Польши на 2023. Иностранцы и дальше без проблем смогут приезжать в нашу страну, встречаться с родственниками, посещать места захоронения, получать медицинские и другие услуги. К слову, за период действия безвизового режима Беларусь посетили почти 370 тысяч граждан Евросоюза. Больше 70% – литовцы. В Беларуси усилили контроль за продажей пиротехники. У продавцов фейерверков, салютов и петард должны быть сертификаты и инструкция. Покупателям стоит обращать внимание также на срок годности и целостность упаковки. Приобретать изделия можно только с 16. Сотрудники МЧС рекомендуют обращаться только в специализированные магазины. Освод рекомендует отказаться от зимней рыбалки. Из-за оттепели лед на водоемах стремительно тает и разрушается. Опаснее всего ловить рыбу на реках с быстрым течением. С начала зимы уже утонули десятки человек. Надежным считается прозрачное покрытие с зеленоватым оттенком толщиной не менее 7 сантиметров. В пятницу в Бобруйске откроются елочные базары. Всего 9 адресов, в том числе на Социалистической у входа на рынок, Минская 54 и Интернациональной 22. Время работы с 10 до 19 часов. Цена срубленной ели от 9 до 30 рублей. За 2 метра дерева в катке попросят 27. А необычные новогодние букеты обойдутся в 7,50. Молодежный хоккей возвращается. Первый матч на обновленной Бобруйской арене «Бобры» проведут уже сегодня в 17:00. Соперником подопечных Андрея Михалева станет московский МХК «Спартак». Спортивные баталии пройдут также 24, 26 и 28 декабря. К слову, предыдущий поединок на родной арене «Динамо-Шинник» провел 8 лет назад.